Привет, меня зовут Виктор. Я являюсь собственником и основателем компании Сибирской вышивальной фабрики. Мы в этом году очень много учились, много изменялись, и началось это все с тренингов Натальи, которые мне очень понравились своей технологичностью и по-моему, это лучшая визуализация на тренингах, по крайней мере, тех, которые я видел. То, что мы сделали в этом году, безусловно, положительно сказывается на деятельности всей компании, на результатах и в том числе на финансовых. Но по большей части это, конечно, качественные изменения в отношениях между людьми, в отношениях сотрудников между собой и в отношении коллег к нашим клиентам. В первую очередь это идет через работу над собой, изнутри наружу. Я считаю, что это одно из лучших вложений, которое может сделать в компании лицо, которое принимает решение, будь то это собственник, руководитель, ну, или кто-нибудь другой. Пользуйтесь, ребята, пробуйте.